11 часов утра. Одесская область. Пограничники с самолета замечают подозрительное судно. Оно идет без флага недалеко от острова Змеиный. Это рыбаки-браконьеры, которые охотятся на камбалу в украинских водах. Им на перехват отправилась береговая охрана. Она нагнала и задержала нарушителей. Те, как оказалось, турки. Сейчас шхуна в Одесском порту. Екіпажем займаються слідчі. Ми моряків не затримували. Ми затримали шхуну. Моряки будуть відправлені до Турції. Залишиться капітан, який буде приймати участь в судових засіданнях.